В понедельник президент Израиля Реувен Ривлин провел в своей резиденции новогодний прием для лидеров христианских общин Израиля. В своей вступительной речи он вспомнил о 50-летней годовщине знаменитой Ватиканской декларации «Ностра Аэтате», в которой католическая церковь впервые объявила о несовместимости христианства и антисемитизма. Президент Ривлин сделал заявление, цитата, «10 заповедей, священные для иудеев и христиан, учат уважению к Богу и уважению к человеку. Эти ценности не противоречат друг другу, они идут рука об руку», заявил президент Израиля. Ривлин не ограничился традиционной декларацией приверженности государства Израиль принципам свободы, вероисповедания и свободы совести. Он заявил, что христиане нужны Израилю. Президент также отметил, что Иерусалим не только вечная столица еврейского народа, но и священный центр всех мировых религий.